Салют, друзья! Меня зовут Дмитрий Гольман, я преподаватель в аудиошколе DJ Groove. И сегодня мы с вами разберем, как создавать вокал-чопы. Поехали! Итак, мы имеем вот такой вокал. Нажимаем правой кнопкой мыши на шапку клипа, выбираем Slice to New MIDI Track, оставляем все как есть, нажимаем ОК. Удаляем созданный MIDI-клип и создаем свой длиной в один такт. Далее выбираем понравившиеся нам слайсы вокала и расставляем их ритмично. Можно немножко добавить атаки, чтобы не было щелчков. Добавляем немного эффекта эхо. Драйвайт можно делать по вкусу. Я люблю поменьше. Активируем пинг-понг для стереоэффекта. Фидбэк немножко можно добавить. Далее можно это все немножко размазать ревербом. Драйвать также по вкусу. Дикей можно подлиньше. И вот что у нас получается. Если хочешь научиться создавать актуальную и качественную электронную музыку, приходи к нам на обучение. Всем до встречи!